Итак, мы летим в Стамбул. Летим мы туда примерно на 4-5 дней. Летим туда всей семьей. А выезжаем мы из дома примерно через час. У нас уже там все чемоданы собраны. А мы даже оставили свободное место для вещей, которые мы возьмем там. А вылет у нас по казахстанскому времени в 6. Прилет у нас туда в 12 часов ночи. Но по стамбульскому мы туда приедем только в 9 часов вечера. Итак, мы уже здесь, в аэропорту. А теперь мы будем ждать несколько часов, где-то пару часиков. А потом лететь 6 часов. Итак, я прошла паспортный контроль. Сейчас я буду ждать, когда пройдут моя остальная семья, и мы будем на посадку. Итак, мы сели. Итак, первый прием пищи. У меня тут курица с пюрешкой, апельсиновый сок, кола, чик-чак, салат и хлебушек. А у мамы тут мясо с рисом. Итак, мы долетели. Итак, из-за того, что я сидела не возле окна, я не смогла ничего снять из иллюминатора. Это самый большой аэропорт в мире. Он просто такой красивый. Обалдеть. Такой красивый аэропорт. Я не могу. А это здешний duty free. Он раз в 20 больше, чем наш алматинский. А вот таким образом они вылетают как бы на эту дорожку и затем все ищут свои чемоданы. Это нынешняя парковка с автобусами. Здесь довольно прохладно. Мы садимся на этот автобус и доезжаем до нашего апартмента. Мы, короче, куда-то доехали, но не до конца, потому что этот автобус отказался ехать дальше из-за какой-то пробки или что-то с автобусом случилось. Поэтому сейчас будем разбираться, куда ехать дальше. Но там, где мы сейчас, это тоже красиво. Я вообще забыла что-либо снять, но уже все спят. Завтра все подробнее расскажу. Итак, мы выходим на первый день прогулки. Мы уже все готовы. Мы собираемся в центр гулять, смотреть. Мы пришли на какую-то площадь. Это два обелиска. Это музей искусств. Здесь где-то рядом должен быть базар местный. Это называется немецкий фонтан. Но здесь почему-то нет воды, но я так поняла, что каждый сам себе наливает, если хочет. Хочу сказать, что мне здесь очень-очень нравится. Вот очень нравится. Я в восторге находиться здесь. Хоть мы здесь и на 4 дня, но я хочу наслаждаться этими 4 днями. Вот так. Я ем месит. Это, короче... А разве месит называется? Все мусульмане, все как бы согласны в том, что семит. Аллах пришел Мухаммеду именно в Мекке. Сейчас семит. И там ему, да, это такая круглая булочка. На самом деле она очень вкусная. То есть он это там самое главное. Когда голодный. А это красивая пальмочка. Никто не спорит там с мусульманством. Вот. Мы сейчас заходим в голубую мечеть, и здесь нужно быть полностью прикрытыми. Поэтому я надела бабочку. Мы зашли в мечеть. Здесь нельзя ходить в обуви. Все ходят без обуви. В носках просто. Это крыша голубой мечети. Это уже стены. Она очень красивая. Мы зашли в дворец Топкапы и будем изучать его. Мы сейчас стоим в Европе,
А вон там Азия. То есть это пролив, который делит Европу и Азию. Там очень красиво. Поняла, что сегодня какой-то день экскурсий, и поэтому на этой площади было очень много детей, очень много групп детей, школьников, и очень много из-за этого тренча, из-за его дизайна, из-за моей внешности меня путали с кореянкой, и все мне кричали корейские выражения, слова, и показывали вот так. Но я, чтобы не расстраивать детей, тоже им показывала вот так и говорила «Хай!». К нам только что подошли сфоткаться, и еще мне подарили очень красивую ромашку. Это очень приятно. Итак, я хочу запечатлеть этот момент, когда я трогаю воду Босфора. Сейчас будет еще волна какая-нибудь. Вот она. Я трогаю воду Босфора. 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 Она такая прохладная. Сейчас мы проходим мост. Вот так паромы паркуются. Сначала я бы могла подумать, что это грязь, но это на самом деле медузы. Наш обед! Это больше похоже, если честно, на базар. Не знаю. Здесь батон с рыбой. Он жареный. Прикольно давай. Это так, попробуй. Интересный. Но не на каждый день. Сейчас мы переходим мост, но не на азиатскую сторону, а просто вот возле таких ларьков, где подают кушать. И они почти одинаковые. Ой. Они почти... Они называются почти все одинаковые. Мы зашли в какой-то очень симпатичный магазин. И на самом деле мне так нравится его интерьер, дизайн. Мы зашли еще в какой-то магазин с кучей пахлавы. Это склон наверх. Вот, получается, прямо склон наверх. У меня здесь есть такая фотка, такая. Знаменитый трамвай. Это знаменитая улица Истикляль. Очень длинная. Сейчас мы набрели на католическую церковь в мусульманской стране. Да, даже такое бывает. На самом деле это немножко похоже на сцену из Венома второй части. Это мы зашли в торговый центр. Тут дофига этажей. Очень много. А тут там типа игровая площадка, здесь торговые дома с одеждами. Тут начинается фудкорт. Половину я здесь не знаю, половину знаю. А это здешнее метро.
В Стамбуле очень много невысоких, но очень красивых зданий, особенно по дизайну и интерьеру. Мы пришли на пирс. Вживую здесь намного красивей. А это похоже на какой-то базар, где продают очень много рахат кукума. И именно в килограммах. Очень красиво выглядит. Так, первый день прогулки нашей закончен. Мы возвращаемся в наши апартаменты. Мне сказали, что я очень сильно, что я покраснела. Да, видишь? Может, это у меня аллергия, не знаю. А может, ты загорела? А может, я загорела? Что, совсем? Смотрите, она с татушечкой. Вот поэтому мне все время хай говорили. Да. Это мой ужин. Чай. Печка. Пицца. Наш ужин. Мы вышли на террасу своих апартаментов, и здесь так красиво. Видно, конечно, немного, но это очень красиво. Вот так выглядит терраса с утра. А у нас начинается второй день нашего путешествия, и мы идем снова путешествовать. А сегодня мы собираемся переправляться через Босфор на пароме. Вот, и посмотрим, что на азиатской части. Потому что сейчас мы находимся на европейской стороне. А это Мраморное море. Сегодня нам должно еще раз повезти. А вот так выглядит местный базар. Люди могут разговаривать на русском, на казахском, на своем турецком, и поэтому почти вот каждый, кто пытается нас завлечь в свою лавку, завлекает нас нашим же языком. Вчера, кстати, был такой случай, что один парень сказал на русском, типа, у нас еще и бешбармак есть. Было так прикольно. Итак, мы зашли и заходим на наш паром. Ходим с полупустого парома, потому что ноги уже вышли. А сейчас мы по самым последним ходим, потому что хотели посмотреть больше на вид. Мне на самом деле очень понравилось, это было очень захватывающе. Причем это была моя самая первая поездка на паром. Это было очень круто. Мы пришли в еще один торговый центр на Кадыкёе, азиатская часть Стамбула. Пересекли Босфор, и теперь ищем, где можно пообедать. Сейчас мы уже взяли билеты, собираемся назад и покушаем немножко пахлавы. Сейчас мы идем в музей Сулеймана вот такими тяжелыми дебрями. Вот так выглядит сам музей. Сейчас мы направимся туда. Возможно, погуляем по этим лужайкам. Вот так он выглядит снутри. Большая-большая площадь.
Здесь такая успокаивающая аура. Так, итак, мы зашли сюда. Это не то мечеть, не то музей. Здесь тоже нужно ходить босиком. И нужно ходить в пятках. Закрылась, как смогла. Вот. Очень красиво и атмосферно. Это третий день прогулки, и я снова забыла вчера снять конец нашего дня. Инстаграмерша. И сейчас мы собираемся в путь снова. Итак, мы пришли в Айя София мечеть. Одна из главных достопримечательностей этого города. Одна мечеть с очень удобным, красивым дизайном, ковром. Улицы и узкие проулочки Стамбула. Сейчас мы сели пообедать вот в таком базарчике, что очень-очень-очень прикольно и мило. Мы снова подошли к побережью. Теперь идем вдоль лодок всех. На самом деле довольно-таки жарковато сейчас. Мы зашли в музей. И здесь вот такая вот... Двойка только идет уже. Ага, ну, наверное, мы сейчас в музее, и это отдел Мустафа Кемаля, то бишь Ататюрка. Хотя я не уверен, что надо начать. Первые Apple-овские компьютеры. А вот этот самолет участвовал во Второй мировой войне. Бомбардировщик. И снова мы на пароме. А вот это египетский базар. Здесь очень много сладостей, именно турецких и специй. Итак, это наш четвертый, последний день здесь. Уже через несколько часов мы уже отправимся в аэропорт. Сейчас мы будем гулять где-то возле дома. Возможно, дойдем до моста и отправимся в аэропорт. Мы сейчас находимся вот на побережье. Собираемся домой. Может быть, покушаем еще пахлавы и поедем в аэропорт. Что я хочу сказать, это всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Ну так сразу дает бок. Это такой красивый, огромный.